Сегодня 14 июня, яровой ячмень, сорт Паустян, норма высева 5 миллионов. Ячмень в этом году, конечно, хорошо выглядит, причем с любой нормой. Есть, конечно, такой вот краевой эффект небольшой, 5 миллионов, где-то 250 килограмм. 5 миллионов, это 4,5 миллиона. Просто сеялка больше 5 миллионов не выдала, больше 250 килограмм, поэтому такая норма. Это 4,5 миллиона. 3,5 миллиона, это вот традиционная норма, где-то до 180, 165 до 180 обычно, такая норма. Конечно, он красивый, приятный на глаз. Есть такой небольшой краевой эффект, но такой несущественный. Так, это 3,5 миллиона, это 2,5 миллиона, это 120 килограмм на гектар. Где-то тоже ячмень, он раскустился. По 3, по 4 стебля. То есть 2,5 миллиона, ну и, конечно же, 1,5 миллиона, это где-то, сколько же это, если в килограммах, потому что вопросы задают, 1,5 миллиона, сколько в килограммах, 75 килограмм где-то. Есть, конечно, кое-какие просветы, есть неравномерность при высеве, но все равно хороший вид. Хороший колосок, пусть и блистою, приятно, приятный. Полтора миллиона и 5 миллионов, это 5 миллионов. Полтора миллиона и 5 миллионов. Здесь, конечно, стеной, ну, кущение никакое, но Все равно по этому году и этот вариант с нормой в 5 миллионов хороший, и 1,5 миллиона тоже пока на вид не уступает.